Экономические санкции, падение цен на нефть, нестабильная обстановка в исламских государствах. Предотвратить возможные последствия мирового кризиса пытаются многие страны, но отвести угрозу удается не всем. Новый экономический путь, на который вступил Казахстан, делает нашу страну еще привлекательнее для международных инвесторов. В их числе и канадские компании, руководители которых считают, что объективный анализ сложившейся ситуации, стабильный и уверенный взгляд в будущее откроют для нашего государства и для всего мира новые возможности. Политическая обстановка в Казахстане стабильна, что делает его привлекательным для инвесторов. Мы с удовольствием сотрудничаем с компаниями по добыче в Казахстане. Казахмыс, Алтын Алмаз, Казцинк. И такое сотрудничество выгодно для обоих сторон. Сейчас у нас есть несколько проектов в Казахстан Теміржолы. Также в рамках этих проектов мы ведем активную работу с правительством Казахстана. Пока я не могу поделиться подробностями, но это большие проекты, о которых вы скоро узнаете. Казахстан — это молодая команда, во главе которой опытный лидер. Это дает возможность быстрого развития. Мы считаем, что путь развития Казахстана — это в первую очередь прогрессивный мышление главы государства. Казахстан открыт для новых технологий, и этот факт привлекает крупные мировые компании, готовые с удовольствием инвестировать в бизнес в вашей стране.